Перми состоялась творческая встреча с композитором Михаилом Малевичем. Светлые и радостные дни празднования Пасхи слушатели Пермского края оказались на прекрасном концерте церковной музыки. Музыка, связанная со словом, главным образом религиозного содержания, это основная область творчества Михаила Малевича. Слова духовной поэзии по-разному отражают свет евангельского слова, а музыка органично дополняет его. Церковный композитор старался, чтобы музыкальные средства максимально соответствовали ритму и образному строю поэтического текста, не затемняя его. Очень тонкие, очень искренние сочинения, которые привлекают нас вот, и своей возможностью исполнить. Они очень доступны по исполнению. Вот. А когда у нас такая появилась возможность с ним познакомиться, и сейчас вот уже три дня он в нашем городе, мы просто счастливы, потому что это еще и замечательный человек, очень искренний, очень добрый, очень открытый. У меня много пасхальных песен. Я был просто счастлив услышать. Иногда замечательное исполнение. И здесь вообще такой радушный прием, я просто не ожидал даже. Меня просто очень тронут. И самое главное, это человеческий отзыв, человеческий сердец, который я здесь чувствую, потому что любой композитор пишет для людей, и самое главное для него это то, что его музыка нужна, и она принимается. Вот я здесь это почувствовал, и для меня это очень важно. В праздничной атмосфере камерного зала Пермского музыкального колледжа слушателей ждала встреча с прекрасной музыкой, замечательными музыкантами и с духовной поэзией.